Я Заруи Бабаян. Рядом со мной Элла Хаян. Элла – заботливая мать четырех детей. Она косметолог и хорошо шьет, чтобы помочь мужу содержать семью. Но также она беженка, вынужденная вместе с семьей покинуть насиженные места из-за вооруженного конфликта. Беженцы – это обычные люди, которые живут в необычное время. Я хочу, чтобы вы поближе познакомились с Эллой. Посетите refugeeday.org.